А что с ним? Закусала и улетела, унесла. Ничего себе, какая-то дикая. Привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня мы играем в улитку Боба. Зимняя история 6. Поехали! Плей. Первая. Так, первый уровень. Что тут у нас? Сначала. Елочка. 12 часов, Новый год, Рождество. А где вон Дед Мороз? Тут написано, что Дед Мороз украл какая-то жаба. И его надо спойкать. Какая жаба? Бурундук? Зеленая жаба. Зеленый бурундук. Будем так считать. Муравьишка взял... Что за муравей бежал за ним? Ну, лопату принес, чтобы его... Так. Боб, дорогой. Надо нажать. На кнопочку нажимаем. Дай мне мышку. Так. Разворачиваемся. И мы идем к выходу. Стоп, а вот тут что за комната такая была? Какая комната? А вот там кнопочка. О, мы нажали. Подожди, надо искать все звезды. А, тут все звезды надо собирать. Угу. О, смотри, шарик. Зачем ты разбила елочную игрушку? Ну, просто, может, там была звездочка. Так, стоп, собираем все звезды. Так, а что тут? Ой, тут какой-то... Не нажимай! Спасибо. Его чуть не заморозило. Чего? Кого его? Боба. А чего его заморозило? А ну, ага. Включи ему суперскорость. Сейчас, надо все. Ля, он трубу выставил. Зимует. Сейчас. Надо нажать. Звездочку найти надо. Вот она. Оп. Он такой... У него есть турборежим. Турборежим? Затлопать не можно. С инсультом. Так, давайте поищем. Ну, папа, что ты делаешь? Вот здесь. Звездочки, звездочки. Ну, нажал уже. А это что, пчелы замороженные там? Они могут укусить? Да, разворот. Ну, я знаю, что разворот. Так, теперь все звезды. Вот здесь, места. Папа, надо все звезды искать. Все звезды искать. У нас 3 звезды. Все, отпускаем пчелу. Ха-ха-ха-ха-ха. Не укусите нас. Это жаба. Я боюсь жабы. Боба, сугроб упала. О, на мостик. Посмотрите, вот это с гусеницей. О, вот. Сосульки. Вот. О, нет. Наша звезда на санках поехала. Так. Стоп. Стоп, мостик опускаю. Так, мы все звезды нашли. Нет, еще одну. Здесь одна. О, вот она. Перед носом самым. Бежим. Так. Уровень 4 мы прошли. Да. Сейчас 5. Угу. Бежим. Ой, смотри, тут муравьишка. О, муравьишка, наш помощник. О, тут можно сюда. Класс. О, смотри. Открой нам дверку, муравьишка, спасибо. Тут у нас есть кнопочка потайная. Муравьишка, давай нам другую кнопочку нажми. Пап, ты не замечаешь, что это дерево какое-то странное? Да. Звездочка. Звездное дерево. Да, ого, вот еще. А здесь конурки, никого нету. Ну, берем дальше. Сейчас мы идем по дороге. Здесь. Вот. Вот она звезда. Круто. Дальше. Так. Так. Шки. У нас тут что-то. Подсолнухи, которые заморожены в зиму. Подсолнухи? А что, не летучие? Да. А почему подсолнухи зимой вообще? Они не знаю. Под снегом спрятаны. А что за воздушные шарики там подозрительные? Какие воздушные шарики? Улетели. О, смотри, это... Еще звездочка, и вон одна. Оп. Есть. А, нет! Мостик нам нужен. Вау. Какое яркое солнце светит зимой. Да. Красота. Люблю солнышко. Солнышко.
Он плачет. Что за злюка такой? Он плачет. Разворот. Это дерево какое-то странное. Пизда. Ай. Так, где тут звездочка? Давай искать. Давай. Звездочка, ты где? Где-то. О, вот она. И ты, если замечаешь, говори мне. Обязательно. Танк, звездочка. Тут тоже ничего нету. Звезды. Ладно, пошли потом соберем. Ладно. Ребята, кстати, пишите в комментариях, где мы пропустили звезду. Если вы знаете. Да. Ну, мы, к сожалению, не нашли. Вот так, тут, уровень 8. Смотри, тут полотенечко висит. Ух ты, какие гирлянды красивые. Опа, звездочка. Мы стоим еле. Упал. Так, звезды опять надо собирать? Смотри, оно вот так. Да, звезды надо собирать. Давай, собирай. Ты помнишь, где они лежали? Часто так, каша. А где третья была? Третья. С сосулькой, наверное. С сосулькой. Это сосулька. О, отлично. Давай, разворачивай его. Только не бежи! Я его в стенку. Смотри, у него аж вот эти штуки дергаются. Бежим. Так, все звездочки собрали. Разворот. Бум, есть. Ух. Надо так, разворот. Ага, вот он выход, да? Все, мы пришли к выходу. Молодцы. Так. Так. Бобчик. Смотри, у нас муравейчик. О, папа, смотри, какой-то подарок. Вот он, возле шарика. Вот, смотри, вот, возле шарика. Ух ты, какой подарок красивый. Давай будем. Там ничего нету. А если откроется, что-то будет. Опа. Так, вон муравчик. Звезда, вон в коробке звезда подарочная. Спасибо, муравейчик наш, товарищ. Верный. Давай вторую кнопочку нажимай. Мне кажется, что эта кнопочка подозрительная, голубая. Чем? Мыша поймала нас. Помогите, спасите. У нас солдат спасает. Ух ты. Ура. Он заплакал. Спасибо тебе, дорогой солдат. Откуда? Ну, может, его поцелуешь еще, а? Нет. Спасибо, отделаемся. Так, следующий уровень, номер 10. Смотри, это же его влюбленная. Эва плакает. Какие красивые. Прячет звездочку. Ой, смотри, снеговик под... Ох ты! А в дупле что? В дупле? Эй, кто там? Никого там. А ну, дай, пожалуйста. Да, разрушай. И давай. Сейчас увидишь, какой он смешной будет. Полетел. Опа, отлично. Оп, стоять. Так, как нам этот мостик открыть? Ага, вот так, наверное. Это прыгалка. Ага, значит, нам идти дальше надо. Фух, я думаю. Круто. Я бы еще пузырики хотела покататься. Дай немножко. Так, уровень 11. Поехали. Жаба. Что это за жаба противная, некрасивая? Спит у нас посреди дороги. Ту-ду, получи. Голова подарок у жабы будет. Ох ты, звездочка, колокольчик. Так, а где еще одна звездочка? Не видишь? Так, где еще одна звездочка, а? Где еще одна? Звездочка, ты где? Может, под жабой? Ну ладно, иди, глуп. А в мешке нету? В каком мешке? Есть, отлично. А где ее голова? Это что, фокус? Жаба. Это где? Это что, фокус? Ее разрезали, голова в этом, в подарке. Опускай мост. Блин. Все, мы прошли. А, третья звездочка. Куда ты спряталась? Давай. Я думала, мы третью звездочку нашли. Все нашли. Смотри, тут ложка. Это сковородка. Это на сковородку похоже. Дальше. Уровень номер 12. Тут подарок. О, подарочки, звездочка. В снеговике звездочка.
И здесь веточками. Что это такое? А, мостик. Угу. Камнюшком. Давай, мостик, нам мостик нужен. Топ! Опа! Только вот кто нам вот эту кнопку? А! Тут мы ее сами откроем. Стоп, а где же? Вот она. О, все, 3 звездочки. Бежим. Да бежим уже. Уже забежал, куда бежать? Тут уже ложки нет, тут уже какая-то тарелка. Так, уровень номер 13. Кто там за сугробом? В сугробе спрятался. Смотри, здесь там жаба. Жаба все время спит? Да. С высунутым языком? Да. Да, она не заметит. Она так спит, что хоть по ней прыгать. Угу. Она не проснется. Поехали, Боб, в другую сторону. Угу, быстрее. Включай турборежим. Стоп, стоп, надо звездочку найти. А, еще одна звезда. Есть, все, мы сошли. Нашли, то есть. Ой. Какие тут паучки. Я боюсь. О, смотри. Свеча тает быстро на глазах. Вау. И звезду нам выдала. Так, и еще одна звезда осталась. Тут можно травить паука. Трави его, трави. Да не надо, он же хороший. Хороший? Да. Да не надо. Но он все равно нас съест. Ага, какой же хороший нас съест. У него еще что я делаю, не надо этого делать. Так, так. Нет, не надо. Оп. Ну иди. Подальчик. Опа. Только вот спрячься и развернись. Пожалуй. А что это за кнопочка? О, муравейчик, давай нам на кнопочку. А что это за кнопка? Секретно. О! О, звезда. Так, мы все три нашли звезды. Поехали. Давай, турборежим. Зачем турбо? Турборежим, давай, давай. Чем быстрей. Фух, так, уровень номер 15. Ой. О, птенчик, блин, какой красивый. О, ой. Он ладно. За собой прячет звездочку нашу. Пчела! Пчела, злюка. О, смотри, тут глаза. Охотник в звезде. Еще раз туда пойди. Так. Что ты чужок делаешь? Я боюсь. Так, нам нужна еще одна звездочка. Турборежим сработал. Турборежим. Так, а кто нам рычаг надо открыть, да? Что с ним? Закусала и улетела, унесла. Ничего себе, какая оса дикая. Я боюсь пчел теперь. Ой. Так, давай заново. Давай посмотрим, как они летают. Красные глаза. Турбо. Хоп. Птенчика, звездочку собери. Сейчас. Давай турборежим быстрее, пока оса улетела. Режим. Давай рычаг быстрее включай. Да не хочу, сейчас она подождит. И все. Давай сейчас улетим, да. Давай. Опа, есть, упали. И куда она? Еще одну. Еще две звезды нам надо. Так, давай. Вот здесь, кажется. О, молодец. Разворачиваемся и бегом. Бегом. Все. Да.